нового года в Якутии до среднероссийского уровня будет повышен минимальный размер взноса на капитальный ремонт жилья. В Министерстве ЖКХ и энергетики республики и Фонде капитального ремонта многоквартирных домов эту меру считают обоснованной. Как отметил генеральный директор фонда Леонид Шибаев, индексация минимального размера взноса необходима для реализации программы капитального ремонта в республике. Растет цена на строительные материалы, и в связи с этим повышается стоимость выполняемых работ. В ведомстве отмечают, что в настоящее время в республике средний взнос равен 3 рублям, а реально обоснованный составляет 30 рублей за квадратный метр. В стране действует тариф в размере 6 рублей. В Якутии повышение платы с 60 копеек до 4,5 рублей в зависимости от типа жилья более чем обосновано.